Всем привет, всем здравствуйте, это Чумовая Пятница, и сегодня на календаре у нас пятница. Команда почти мутировала, разделилась на две части и отпочковала еще одних участников. Поэтому в левой стороне у нас команда Ляпетуш в составе Фокстейл. И трёп-трёп, здрасте. И вашего сегодняшнего ведущего MJ Рамон. Кто такой, не знаю. В правой стороне у нас команда Тру Повозка в составе Рич Маквуд, у которого сегодня поломалось все, в том числе и микрофон, и Джон Глагол. Йоп. Сегодня, друзья, мы оказываемся с вами на поле Rocket League. Все потому, что после игры команд Ляпетуш и Бейбеги возник небольшой конфликт, где, тряся бубенцами, мы с Ричем решали, кто же все-таки круче в итоге. Поэтому было принято решение разобраться здесь, на этом поле, по-спортивному, и решить... В копоти масло, да. Да, и решить без женщин. Потому что женщины бубенцами трясти, как вы понимаете, не могут. Разве могут, что... но не своими. Да, разве что своего мужа. Сегодня мы, друзья, играем по формату 3 игры. Друзья, best of 3. И да поможет нам всем Бог. Потому что, по-моему, единственное, кто у нас тут умеет играть, это все, кроме меня. Поехали! Ляпетуш. Ну погнали, погнали. Фокстейл, тебя впервые назвали богом, наверное, да? Меня? Да я... А меня богом назвали? Да, да бывало, наверное, бывало. Бывало уже, да, да вот сейчас, да, только что. Ну Рамон, все, мяч твой. Ты в атаку идешь, я на воротах. Атакуй, атакуй. Хорошо атакуешь, атакуй лучше. Вот вы атакуй. Еще атакуй. Рома, я это кнопки перепутал. Убирай мяч, убирай он мяч. Летать, он летать умеет. Нормально, умеет, да? Нормально, все схвачено. Так, смотри, что он делает. Нет. Рамон, давай. Ну, я типа выбил. Я был пустой, извини. Ну, я забыл давай, сказать, кстати, что это паралимпийские игры. Вот. Две пары олимпийские игры. Нет. И просто хочу напомнить, что над инвалидами смеяться грешно. Какой замечательный не гол, эффектный. Не гол просто. Вытаскивай. Где же ты? Так, смотри, Фокстейла надо глушить. Фокс, ты слышал, да? Это наша тактика, главная тактика. Рамон, давай мяч на центр, я готов. Вот на центре, вот. Почти. Давай еще, еще вот, центре. Нет! Молодец. Забиваешь? Да как так, блин? Добей. Нет. Выходит на центр. Так, он смотри, летает, что он делает, что он делает. Лови его. Да, держи. Молодец, да. Что, да. Это был удар. Ну вот. Отлично. Джон, ты там не спишь? Я в шоке. Что? Ты промазал, да, я вижу. Рамон просто стоял. И забил. А ты двигался и не забил. Давай сейчас. Вперед, назовет атаку. А мой! Я выбил, нормально все. Да, ну зато первое касание. Ничего. Да, это я научился. О, нет! Вот это прям вообще. Да. Глагол, я, кстати, стоял, смотри. Я стоял. Опа! Бум! Тебя просто подбросили. Счет 2-0, тем не менее, ребят. Рамон, да, я за да, мячом, ты за бустом. Разворот. Так. Тактически. Это было прикольно. Извини. Так. Они переходят в атаку. Опять. Выезжай. Опять. Центр. И уху!
Учись. Ты его видели это? Черкнул, просто черкнул по мячу. Давай, давай, доноси его, давай, давай, давай. Так, я на банке. Не. Отлично. У него буст, у него буст. Опа. Я не знаю таких слов. Не обращай внимания. Что не знаешь, игнорируй. Выезжай, выезжай. Так. Че, опять мимо? Да, 3-0. Эх ты. Ну выбил, и тогда я красиво. Ну выбил хорошо, да. Блин, ты это, короче, типа носом завернул в воздухе и забил, что ли? Ну типа того, да. Да, действительно, обычное дело. Лови! Я каждое утро с этого начинаю. Мяч себя неправильно повел. Да, он же квадратный. Нет, он плоский, как земля. Вот это командная игра. Вот это да. Ты видел, что ты делал? Пас, что это? Что это? Что это на сзади там творилось? Они как мухи там на стене это развлекаются. Ой, бред. Вжух вот мяч. И гол, понял. Какой ты хитрый. Я не такое могу. Я их это занял. Давай. Доноси. Размочим их. Счет. Или их, оле. Не знаю. Оп. Оп. Все мимо. Все мимо. Оп. Нет. Оп. Не спеши. Не спеши. Обгони. Обходи. Давай. Давай. Молодцы. Блин, какие его отбил. Ты посмотри. Ты видел, какие его отбил. Это было просто. Просто восхитительно. Смотри, как они учатся. Опа! Блин, да это достойно Рональдо, мне кажется, то, что сейчас было. Мне на воротах. Сюда для битья позвали. Да, бейся себя сам. Я, друзья, просто как бы сообщу, что игру выбирал Рич. Вот. Я не настаивал. Да, я выбрал игроку, который мне нравится, но в которую я не умею играть. Ну, которая мне нравится, что ты делаешь? Что ты не... Я мог и не приезжать, я понял. Они все сами сделали, на самом деле. 6-0. Ну, там я уже делал, что мог. А мог я немного. Тем временем мне, кстати, в ухо сообщает, что... Я выезжаю, что открылись ставки, и сейчас коэффициент команды True Повозка где-то 20 к 1, вот. 6-1. Так. 6-0. Это так работает. Смотри, мы перешли в атаку, супер. Где мое ускорение? Ну расслабляться нельзя. А, да, нельзя. Джонни! Я напряжен! Теперь у меня новый крик. Раньше был чуда. 1 минута осталась. Где-то тебе так принципиально сейчас. Да! Да, у него есть еще шанс! Ты вообще знаешь, где мяч? Ты вообще в курсе, что такое мяч? Да, вот я хотел тебя попросить объяснить его. Может быть. Он не в курсе, как бы чуть-чуть. А знаешь, как в эту игру играет? Значит, есть ворота. А что это? Их 2. Да? 4 штанги. 2 перекладины. Ой. И табло. Еще табло есть. Вот табло самое главное. Бей в него. Эй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. У меня авария. Давай, атакуй. 30 секунд, нормально. Так, давай, успеете. По 5 голов. Нет. Успеете 1 гол забить. Если по 5. Давай. Где мою... О, спасибо. Вот это было прекрасно. Прекрасно. Давайте, ребят, я вас верю, давайте, вы сможете. Да. Ну чего вы? Читеры в команду берешь? Хватит поддаваться. Оп. Что это было? Ну как бы, я так решил, что лучше сбить тебя, чем мяч. Дэм сам. Только меня, потому что я не круглый. Давай, прыгай. Дэнсим. Да. Красиво. Ну что,
осталось совсем немного. Ну что? И мы это сделаем. Счет всего 1-0, поэтому как бы у вас еще есть шанс, друзья. Ну что, господа, у нас второй раунд. Карт по заказу Рич Маквуда, возможно, он что-то знает. Проверим! Да, тут сплошное безумие! Видишь, первые очки мои. А потом все закончилось. На этом все. Так, слушай, по ходу дела, Рамон, они собрались. Да, что-то, короче, разозлились немножко. А ты видел, какой удар? Но совсем немножко. Давай. Да я об этом выстраивал свой удар. Рамон, возвращайся! Да как я так промахиваюсь просто? Вообще, это такой позор. Так, обвел почти. Давай, тянем дальше. Ой-ой-ой. Ох ты ей. Хорошо. Так. Ой-ой. А, не, нормально. Бум. Ой. Куда он? Куда он летит? Так. Вот сюда улетел! Майнгеймс. Промазал. Смотри, я стою. А тут я забиваю. Идеально. Я сейчас это как бы пыль с плечей сбиваю. Давай. В атаку! Лови! Это что, гол, что? Я сбиваю пыль с плечей сейчас тоже. Да, я тебе помогу сейчас. Ты там когда увидел мяч вообще? Ты же на воротах стоять должен был. Это развод. Когда мы разводим, человек стоит на воротах, чтобы не было такого, как сейчас было. Ну вот. Чё, глагол, как дела? Да, он летает. Можно я отвечу за него? Я напряжен. Я максимально напряжен. Расслабься. Вот это вообще... Как обычно, короче. Как обычно. Вообще не попадаю. Куда ты повел там вообще? Так. Твое нападение почему-то оказалось в защите. Рамон. О-оу. Назад. Все назад. Ретрит. На базу. С подачи будет, Рамон. Да лечу, подачи. Лечу. Давай. Нее. Теперь ты давай. Нет, Миша. Это. Миша. Твой. Да я почти отбил. Да ты же посмотри. Все, что я слышу. Смотри. Опа. Спасибо тебе. Все, что я слышу от команды труповозки, это Миша. Миша. Нет. Я еще искрометно шучу. Когда тебя не бомбит. Это я как бы. Это вы... в начале раунда. Да. Куда ты вы? Куда ты выявил? Блин, у меня толкнули. Я не вмешивался. Я исправил. Ты не знал, что в этой игре такое бывает. Тебя первый раз это с тобой это сделали. Давай! Лупи. Так. Центр. Да блин, у меня вещи с этим проблемы! Рома! Я пытался красиво. Опа! Проблемы с центром. Nope. Оп. Как он попадает постоянно по мячу? Он целится? Как тебе такой вариант? Надо попробовать как-нибудь. Советую. Это весьма познавательно интересно. Вот и он отбил. Так. Вернулся. Развернулся. А что, уже принял? Нет! Умри! Воу-воу-воу-воу-воу-воу! Жесткая игра. Так. Правильно. Дави их! Воу-воу-воу-воу! Доби... Нет. Стоять. Короче, я понял, я лучше буду вас это всех взрывать. Да пока Рамон мешается здесь. Уйди, Рамон, ты намешаешь. Не, я, короче, пока я вас взрываю, вам нужно это, сражаться с рейд-боссом по имени Фокстейл. Блин. Да это гол. Да как это не гол? Тянуть. Тащить. Растягивать. Давай. Я промазал. О, Рамон себе может это позволить, а мы нет. Оп. У меня Рома есть. Рамон, что вы делаете с нами?
Бам! Давай! Ну-ка! Я не успеваю! Размочили. Не, нормально. А из-за того они сейчас расслабятся. Это... Конечно, да. Это называется тактическое поддавание. Поддание. Ты атакуешь? Да, хорошо. Я надеюсь, ты это сделаешь. Ну, он как бы сделал, да. Ну, более-менее. Нет, мимо. Ух ты. Почти. Сам не закати, да. Так. Да, ну забей, там уже осталось чуть-чуть. В принципе. О-оу. Он промазал. Да не, это не гол. Покстейл промазал. Чудо. Он человек. А не какой-нибудь там лисий хвост. Да, я... Бам! Молодец. Как мы их отлично прессуем. А знаешь, что после этого бывает? Вот это. Блин. Ром, Фокс, мне кажется, мы это... Стареем. Один гол нам забили за сегодня. Как же так? Слушай, ну тогда просто нужно сделать 7-1, да? 6-0 в прошлый раз было? Какой счет? 7-0, по-моему, было, нет? Было 0-0. Там был такой счет, что я уже не считал, если честно, знаешь, уже... Ну, вы их, по-моему, где-то там проигрывали, я помню. Ай, да ну что ж ты? Что? Рамон, выезжай. Давай, вперед, отлично. Да! Давай на центр, я на центре, Рамон, на центр. Ты посмотри. Давай, да, прям на нулевой секунде забивает гол! Оле! Фокстейл! Нам нужно брать вратаря себе. Чё-то команда труповозка не подпевает. Тише. Ну, мы везем мертвых. Ну, друзья, ну вы понимаете, да, это best of 3. И это уже две победы, да? Ну вы понимаете. Да, то есть мы третью выигрываем, значит мы выиграем. Поэтому третья игра для вас — это шанс реабилитироваться по очкам хотя бы. Реабилитировались, мы забили гол. Ну, удачи. Друзья, и, в общем, ну тут такое дело, для того, чтобы команда соперников наш могла как-то зафигачить красивую игру, ну, в общем, мы вот здесь. Ну, и он отбил даже это. А это, Рамбл, да? Это Рамбл? Да, это Рамбл. Так, в общем, суть в чем, смотри, понял, у тебя появился баф, ты так мячик подкидываешь, потом такого у ворот останавливаешь и блин. Так, левый стик. Так, давай. Молодец, правильно. Он меня довез, я ни при чем. Я зацепился за мяч и поехал вести с ним. Черт побери. Смотри. Просто что я мог там сделать? Ну, в общем, да, удачи вам с этим, видимо, вам это помогает. Только так. Только так ребята могут что-то сделать сегодня. Только так. Мы можем оижиться, как ты видел. Или одикобразиться. Я вообще считаю, что это способность. Или обезобразиться. Что это способность, она это типа опешная. Да. О, спасибо. Читеры. Эй! Блин. Подтягивай. Это что такое? Это торнадо, уходи оттуда. Как это уходить от него вообще? Там кто-то взорвался. Нет. А! Тяни его, бей его, лупи его. Надо было перед воротами ежиться. Я не могу попасть по мячу. Ах, чемпион. О, всё, давай, прям вам. Да мне выбили его. Как говорится... Вау. Получи немножко энергии. Сникер, короче. Ой, тормозите этого. Давай. Доехал-таки. Просто я уже хотел паниковать, типа 0-1. Фоксдейл 0-1. Нормально. Показывать не меня, кстати. Тебя. Сейчас меня, да, мне там тоже. Я у тебя выбил этот мяч, а тогда я заморозил его. Вот оно, о чем было.
Nope. Отлично. Так. Скоро мы проверим свои суперспособности, наверное. Ей. Вот тут, конечно, не очень удобно забивать с таким этим пандусом. Лети. Не могу остановиться. Ты куда? Отлично. Ты куда? Роба, вернись, нам там сбивают. Воу. Сабзира здесь. Спасибо. Герова хер. Да ну что ты, что? Это что за... Наше лучшее умение, да. Ну я же говорю, это ОП. Вообще такую способность надо выпилить. Вот что с этим делать? Вот, вот как? Врезаться. Врезаться надо. Да, ну попробуй врежься. Попробуй врежься. Как всегда, на воротах у нас... Goddammit. Гол у нас на воротах. Ей. Ко мне. О, нет, 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 нет. Меня же шашало. Забивай пока. Забивай, пока их тут сосет. О, я давно этого ждал. Ну, как бы вот держи. Воу, ничего это что сейчас было? А как был Вантус и Вантус. Смотри, атаку. Нифига себе! Бэм. Нормально? Вот это ты, короче, всосал, так всосал. Марио завидует. Сантехника не учится. О-о-о. Рамон, лови, лови. Я лови, лови. Да, я вот ловил. Это дела, я вот лов... это, вот это Джон, я понимаю. 3-2, блин. Ну, посмотри на него. Ой. Я такой, мяч, мяч, стой, пожалуйста. Он не слушает. Ё-моё. Слушай, они реально начинают показывать результативность. Опа. Так, к сожалению, на воротах вратарь. Да не там всякое. Ты кого-то бывает, другого бывает. Хотел там увидеть. Ну, бывает всякое. Так, я не понял. Я тоже сейчас не понял. Это что такое? Я еще и под ускорением. Я тебя прикрываю. Ты это на спидах. Ты это бросай, это плохое дело. Да, так нездоровое. Ну. Я сейчас как жахну. Как жахну. Бам! На! Я сильный! Банан. Отлично. Добивай, добивай, добивай! Да нет, не гол. Вообще ни разу. Отащите отсюда! Так, отойди! Не мешаешь играть! Я знаю. Ну посмотри, у меня там куча задач впереди. Вернуться, отобрать, забить. А тут такое. Не-не, Рамон, когда Вантус, езжай, езжай к воротам противника. К своим, так, к своим. Чтобы нет, там своим. Отсидеться. Сиди в защите. И почистить. Оба. Ой, я не знал, что это за способность. Я телепортировался, поменялся это местами. Да, это меняющие местами. Так, зачем ты ему отдал? Зачем он отдал мне мяч? Он меня перепрыгнул, посмотри, он улетел в ворота прямо. Он просто взлетел и полетел прямо в ворота. Какого ракета? Смотри, что происходит. Я думал, я его уже поймал. А шутка про бобовые уместна здесь? Уместно. Уместно. Еще уместно. Так. Я пожил на ворот, скажу. Начинаем с нуля. Он вытянул, так почему же так происходит? Я предлагаю отобрать у него вообще ускорение. Управление вообще можно у него отобрать еще, да? Как вариант. Так, аккуратно там этот летает с этими, ездит со спицами. Опа! И тянемся, тянемся! Нет! Что же делать с мячом-то, да? Я знаю, что делать. Отойди отсюда. Да что ж такое? Как не вовремя, стой! Давай, куда ж ты катишься? Ты куда ж ты катишься? Я летел просто за ним. Везу. А, не довез.
Команда Ляпетуш абсолютный победитель сегодняшнего чемпионата, друзья. Ну, тенденцию ты можешь отследить, да. Если чемпионат продолжит, то шансы появятся. Ну, если мы будем дальше Рамбл включать, то может быть, конечно. А чё Рамбл? Вам был забит настоящий гол. На самом деле, я играл сейчас ногами. А-а-а. Все, понятно. Ну, ясно тогда. Может, 3-1? Слушай, а я все время ногами играл. Надо по-другому. Да, оказывается, нужно по-другому. Ну, друзья... Я сделал все возможное. У нас в комментариях там люди писали: блин, поиграйте во что-нибудь, где Рамон не побеждает. Как бы вам, ну как бы вам сказать, ребят, нет такой игры. Вот. Да ладно. Вот это панчлайн. Ну ладно, насладись этой фразой. Хорошо, хорошо. Следующую игру снова выбирает Рич Маквуд. Без проблем. Ну, это он выбирает. Ну, что я еще могу сделать? Что я еще могу сделать? Ну, можно сделать ребаланс. Могу не позвать Фокстейла, например. Как вариант. Но посмотрим. Окей, друзья, спасибо большое, что смотрели. Я надеюсь, вам было интересно. Я надеюсь, вы болели за True Повозка. Потому что, ну, ничего другого им не остается. Вот, это была команда Ляпетуш и True Повозка в составе Фокс Тейл, Джи Рамон, Рич Маквуд и Джон Глагол. И мы с вами прощаемся до следующего выпуска. Всем пока!